старик со старухой, и было у них всего-то богатство — козел да баран. Вот как-то козел и баран разобиделись на старика и старуху и ушли из дому. Козел и говорит: пойдем, брат баран, гулять в лес, волков пугать. Смотри, козел, как бы нас самих не испугали. Ничего, не бойся. Пошли. А ну-ка, брат баран, возьми эту волчью голову. Ой-ой-ой, заголосил баран, на что нам она? На что-нибудь да пригодится. Гуляли они по лесу. Я совсем озяб, говорит баран. А козел посмотрел по сторонам и видит, невдалеке кто-то костер разжег. Пошли, думают, погреемся. Смотрят, следы чьи-то. Попали друзья прямо к волкам в лапы. Баран испугался, весь дрожит, а козел вспомнил про волчью голову в сумке. Да как закричит: ну-ка, брат баран, давай ужин готовить из волчьей головы. И начал он тут перед волками своими победами хвастать. Испугались серые и убежали. Козел с бараном поужинали и отдыхать легли. Вдруг смотрят, волки назад идут.
Куда теперь денемся? Задрожал баран. И опять волки ни с чем остались. Козел и баран повеселились и домой отправились. Никак волчищи и сюда добрались. А ну, разбойники, прочь отсюда! Здравствуй, дедушка. В лесу хорошо, а дома лучше. Стучится в дом беда,